В Ульяновской области судебные приставы теперь будут направлять СМС-сообщения должникам на их номера сотовых телефонов. Это поможет оперативно и своевременно извещать ульяновцев о возбуждении в отношении них исполнительных производств. Теперь при получении подобного СМС не стоит его игнорировать. Следует обратиться в отдел судебных приставов по месту регистрации и узнать о наличии задолженности либо о неисполненном решении суда.